Евгений Рыбов. Меня зовут Андрей Бедняков. Только здесь, только у нас на канале «Пятница» простые фанаты получат доступ к телам своих любимых звезд. Более того, звезды сами добровольно отдадут им свои микрофоны, чтобы вместе спеть, и свои руки и ноги, чтобы вместе станцевать. 7 раз мы будем видеть эту феерию здесь сегодня на этой сцене. Оценивать все это будет наш худсовет. Давайте поаплодируем и представим. Музыкальный критик, журналист или ведущий, человек, который на «ты» с Джоном Бон Джови и Полом Маккартни, а сам солист группы «Скорпионс», говорят, ему вообще денег должен. Артур Гаспарян! Человек, который знает и любит эстраду практически как никто и в соседней стране регулярно открывает новые таланты. Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, ваши аплодисменты! Я уверен, что сегодня нашим музыкальным критикам в лице Артура и Сергея будет завидовать абсолютно все мужское население нашей страны, потому что они сидят в компании очаровательной красавицы Анастасия Стоцкая! Друзья мои, у вас на столах, посмотрите, это кнопочки зеленые и красные. Я сейчас, вы, Артур и Анастасия, это вы уже знаете, Сергей, это для вас новость. Зеленая и красная кнопка. Если номер, который вы увидите на сцене, вам нравится, вы нажимаете зеленую кнопку. Если вдруг, ну такое вот номер, ну не впечатлил, как говорится, тогда рука тянется нажимать на красный. Но нажимает на зеленый. По ощущениям, нравится, не нравится, в конце нашей программы те номера, которые получат максимальное количество лайков от нашего худсовета, будут уже оцениваться зрителями в зале. И станут самым-самым пятничным номером. Мечты сбываются. Только на пятнице простые люди из народа споют со своими кумирами. Незамужние ткачихи из Иваново с Иванушками Интернешнл. Ты моя девочка юности вечной. А девчонки из фабрики с настоящими футбольными ультрас. Все, что ты мне ночью говорил. Какой сюрприз приготовят Виктории Дайнеко ее поклонники? И Вика Дайнеко осталась с покусанной грудью. И как в 7 лет заставить звезд тебе аплодировать? Далее, бойцовский характер артиста. Браво! Впервые бурановские бабушки выйдут на сцену со своим рок-н-ролльным внуком. А фанатки Ромы Желудя станцуют со своим кумиром. Буду верить в то, что ты сможешь сам. 7 номеров, 7 фантастических выступлений. Все смешалось, кони, люди, залпы огненных орудий. Но только один номер станет главной сенсацией пятницы. Вы смотрите шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Сегодня здесь у нас уже раскрученные звезды, раскручивают своих поклонников и выступают вместе с ними. Ты любишь футбол? Вот такой вопрос. Знаешь, раньше любил, а в последнее время вот мне стало казаться, что футбол как-то превратился в какую-то коммерцию. Деньги решают абсолютно все. Буквально на днях я слышал новость, что Рональдо теперь будет играть за пермскую рысь, а директор ярославского «Шинника» разбил, наконец, свою копилку и выкупил у Челси самого Абрамовича. Да, согласен, футбол сейчас это бизнес. Но футбол сейчас и шоу-бизнес. Все мы знаем, как футбольные фанаты перепевают на стадионах популярные хиты. А вот какой хит они споют сейчас, узнаем. Внимание на экран! Эти люди – реальные футбольные фанаты. Традиция петь на стадионах пришла из Европы. Пришла и осталась. У каждого футбольного клуба есть своя определенная качалка. Когда там полстадиона одно заряжает, а полстадиона другое. Вот этот сам вот этот адреналин, драйв вот этот. Надо просто там быть на стадионе и как бы... Но это не простые болельщики. Это гремучая смесь фанатов футбола и фабрики. Они превратят популярный хит этой группы в футбольную кричалку. Что обсуждаем, пацаны? Ну мы же с фабрики будем петь. Будем, конечно. Ну, вот. И песня, да, и ритм хороший, пам-пам-пам. На него нам не сильно поющим, ну, фанатам очень хорошо класть слова. Класть слова, жить. Класть. Мы будем класть. Про любовь! Да! Да! Про тебя! Да! Про знакомые слова! Да, 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 да!
что, радоваться или просто? Просто. Да! Да, любовь! Да! Для тебя! Да! Для знакомых слова! Они шикарные, на самом деле, это вообще они лучшие, поэтому мы будем вот прямо вместе с ними зажигать, и мы зажгем. И с ними легко общаться, входить в контакты. Нет такой звездности какой-то прям, ну, клево. Мне кажется, что мы, в принципе, еще с ними увидимся, да? По-любому. Мы уже договорились, если оценки будут плохие, мы сразу шаг делаем вперед. Да, наконец-то у нас есть защита достойная. Мы так любим парней, а парни любят нас. Подарили нам шарфик, которому 24 года, представляете? Батик Женя, чей папа еще носил этот шарф. А припев был, ребятам надо расстаться. Ну, как вы знаете, сейчас обещаю, что я не буду. Свободная касса. А ты танцуем, мы танцуем. Можно тикаю, тикаю. Я люблю свою любовь для тебя, И в день выступления болельщики уже не отходили от фабричных девушек ни на шаг. Нет, девочек сейчас мы встретим, проведем, чтобы их никто не убрал по дороге. Фабрика! Фабрика! Девочки, скажите, пожалуйста, вы любите футбол? Нет. Почему? Ни разу не видела, не знаю. Хочешь посмотреть? Хочу. На футбол? Я видела. Ты видела? Да. И как тебе? Круто. Круто. А что, все мальчики гоняют маленький кусочек чего? Кожи. Чего? Давай не будем говорить, чего маленький кусочек есть. Кусочек. Это во дворе у тебя маленькие мальчики гоняют маленький кусочек кожи. В настоящих больших стадионах мяч гоняют. А, ну да, я и говорю. Да, видишь, немножко разные футболы. Он же кожаный. Вроде не блондинка, да? Кажется. Девочки, и еще вопрос. Вот вы сколько обошли стадионов, сколько отсмотрели футбольных фанатов, чтобы найти этих здоровских ребят, которые будут петь с вами? Слушай, ну 10 лет, вот 10 лет группе, и 10 лет мы смотрели, ходили по стадионам, смотрели. Они росли на наших глазах, эти мальчики, понимаешь? Чего же вы в Украину не приехали? Я бы тоже, посмотрели бы на меня, я бы с вами Дорога. Спел. Да поехали. Дорога. Слушай, тебя Дорога. Можем по плюс один забрать. Плюс один? Да, конечно. Хорошо. Пока еще не поменялся состав группы «Фабрики», мы их отправляем на сцену. Девочки, удачи вам. Спасибо. Держу Спасибо. За вас кулаки. Вперед, сцена там. Самая разговорчивая наша. Давайте, девочки, вперед. Фух, я так волнуюсь. Прямо сейчас на нашей сцене группа «Фабрика» и футбольные фанаты просто зажгут. Давайте, девочки. Про любовь. Да. Про тебя. Да. Про знакомые слова. До боли. Да, да, да. В кулачке моем звезда. Руку приложу звенить, остальное ерунда, так сердечко говорит. А у неба нету дна, как билетов нет в кино. И сегодня до темна, родно, все родно. Про любовь, про тебя, про знакомые слова. Что ты мне ночью говорил? Про любовь, про любовь, про тебя, про тебя. Знакомые слова до боли. Все, что ты мне ночью говорил. Ребят, ну,
прямо как на стадионе. Вы слышите? Молодцы, да? Молодцы, только не вы уже кричите, а вам это кричат. Давайте еще раз покричим. Молодцы, чтобы ребята... Вот! Молодцы! 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 А вот действительно ли они такие молодцы, мы это узнаем. Сергей Васильевич, вам слово. Ой, мы с коллегами... Не забывайте, что ребята знают много обидных кричалок про судьи. Да, в несколько таком странном находимся состоянии, даже в замешательстве. Мы не поняли задумки номера. Ребята всю песню простояли, набычившись, злющие. И стояли не так долго очень в таких жутких позах. И вдруг в конце песни они вдруг раскрепостились и пошли. А что так долго стояли-то? Вот ЦСКА ж только забил сейчас. Сначала ты наблюдаешь за матчем, наблюдаешь, а потом, когда забиваешь все-таки гол, и вот у нас в конце был гол, да, мы понимаем, что это гол, это нужно радоваться, мы и радовались. То есть мы наблюдали за матчем, за его... За ходом событий. Да и в конце мы пошли радоваться. Как раз когда гол, мы победили. Вот Фабрика победила. Фабрика победила. Молодец, что рассказал нам, что было задумано. Так бы мы, конечно, не поняли. А вы-то, девочки, ведь не фанатки футбольные, да? Но мы уже стали, как уже, это видно. Уже стали, уже к концу номера. Да, да, мы... Эти 4 минуты, вы превратились из фабрики. Ну, поосторожнее, а то наши мальчики... Сергей, футбольных фанатов. Но за футбол скажу да. Спасибо. Анастасия. Это может вообще быть, наверное, трендом в шоу-бизнесе. Я бы тоже хотела, чтобы мои песни пели на стадионе. Только не с таким видом хочется. Все-таки футбольные фанаты – это стихия. Это же такая безумная энергия. Я думала, сейчас нас тут просто разнесет. И если уж там был гол, так это же радость. Мы просили ребят быть немножко поиздержаннее, потому что если бы они себя вели как на стадионе, нас вот бы не заметили. Полетели бы фаеры, стулья. А почему они были вначале такие злые? Вот бы зря и попросили. Вы же забыли, что... Немножко надутые какие-то были вначале. Это наша вина, такие, мы просили, чтобы они нас защищали, простите, уважаемые. И не затмевали. Мы же мужчины, мы не можем переигрывать женщин просто на сцене. Даже в футбол! Ваша оценка, Анастасия? Какого цвета футбол? Зеленая кнопка! Отлично! Артур Гаспарян, что вы скажете? Ну, я не поняла. Как пела Верка Сердючка. Незабвенная. Я не понял, где, собственно говоря, были футбольные фанаты и почему это футбольные фанаты, если они действительно футбольные фанаты. То есть атмосферы какого-то безумства футбольного матча, где все смешалось, кони, люди, залпы огненных орудий, группа фабриков, фанаты, перекошенные лица, вот это вот все вот на надрыве. А давайте сейчас я попробуем. Вам скажу так, не все они профессиональные артисты. Высказали свою любовь к своим кумирам, это уже заслуживает, по крайней мере, одобрения, и поэтому, конечно, лайк. Пацаны! Футбол! 3 лайка у нас набрал этот номер. О, фабрика и футбольные фанаты, ваши аплодисменты! Провожаю вас, друзья мои! Продолжайте кричать и уходите, ребят! Вот, кричите! Мы двигаемся дальше. Это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Через несколько секунд продолжим. Вы смотрите шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». И сегодня у нас здесь поклонники поют вместе со звездами. И следующий наш номер уникален, потому что эстрада объединится с кулинарией. Ну, вообще ничего уникального в этом нет. Я давно соединил эти два понятия. Ты когда-нибудь видел мой рецепт, например, курицы по-киркоровски? Готовишь прямо в перьях, очень вкусно получается. А как я готовлю остудень? Ребята, это же просто... Варежка ты наша. Да. Друзья, мы видели много раз, как наши звезды шоу-бизнеса готовят в студии телеканалов. Но никогда не видели, как повара поют на сцене. Прямо сейчас и посмотрим. Внимание на экран. Здрасте, заходите. Тесто готово. Сейчас будем лепить грудь Виктории Дайнеко. Популярная певица и героиня обложек мужских журналов уже несколько лет возбуждает своим голосом уши простых московских кондитеров. Самая вкусная начинка – медовик, как сама Вика.
Эту мастику мы используем ее для нежной кожи Виктории. Денис, принеси мастику под цвет сосков. Раньше ребята регулярно лепили части тела Вики, даже не подозревая, что смогут увидеть их воочию. Мне предложили петь песню с Викторией Дайнеко. Так и зачем? Просто молчи. Сердце, о ком ты плачешь и кричишь. Ну, я тоже рад вообще был. Я не знаю. Я прям даже сначала себе не поверил. Журналисты женят ее то с одним, то с другим. Но никто ей не пара. Разве только Брэд Питт? Ну или я. Чтобы Вика не замерзла, мы ее немножко прикроем. Денисы приближались к своей мечте все ближе и ближе. Учили слова песни, сотри его из мемори. Просто молчи, пароли ключи. До поры игры. Первый раз вот на студии прям такой... Профессионализм. Сам себя почувствовал как бы звездой. Прям вот, я не знаю, ну круто ж. Согласен. Ну, сотри его из мемори. Сотри его из мемори. Сотри. Сотри. Здравствуйте, Вика. Здрасте. Ваши поклонники. Так прыгала. Да, от счастья, она рада была. Я не знаю. Мои поклонники, мои фанаты. Денис. Денис. Приятно. Слушайте, Денис и Денис? Да. Это чтобы я не забыла, как зовут. Готовы? Да, я готов. Пойдемте. Желание загадывать между вами можно? Конечно. А сбывается? Обязательно. Крутые парни. Рада с ними была познакомиться. И вообще, мне кажется, когда я с ними спела, мне так понравилось, как звучит мужской голос в песне. Я такой, ну так. Она такая милая. Веселая 100%. Это самое главное. Волнуемся, что забыть слова, что совет такой. Спасибо. Не волнуйтесь, все будет классно. Виктория, здравствуйте. Здравствуйте. Всегда мечтал с вами познакомиться. Я знаю, что вы не замужем. Нет. Абсолютно верно. Это хорошая новость. С вами сегодня будут петь два парня. Есть у них шансы пригласить вас на свидание, возможно? А подарить надо вам цвет? Ну, я не знаю. Это они попросили задать этот вопрос. Дали мне 500 рублей. Говорит, Андрюх, давай задай, потому что мы стесняемся, мы боимся. Простите, нет. Не, почему? То есть вы не ходите на свидание с поклонниками? Mm-mm. Я не ваш поклонник, я не знаю ни одной вашей песни. Но мы же поговорим об этом позже. Позже, да, обязательно мы с вами перекинемся парой слов. А скажи, вот вопрос еще. Как мы на «ты» сразу перешли, незаметно. Легко просто. Скажи, Вика, а вот вокальные данные этих парней, как ты оцениваешь, которые будут с тобой петь? Мне кажется, они молодцы. Они стараются и ничего лишнего не делают, что уже хорошо. А буду ли я делать что-то лишнее? Об этом мы узнаем немножечко позже. Виктория Дайнеко отправляется на сцену, где ее уже ждут два повара, два кондитера, два Дениса. В общем, Виктория Дайнеко и два очаровательных парня, харизматичных в песне «Сотри его из мемори». Пойду подготовлюсь к нашей встрече с Викторией. Зачем? Просто молчи. Сердце, о ком ты плачешь и кричишь. Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри пароль и ключи и никому о нем не говори. Сотри его из мемори. Сотри его из мемори. Сотри. Я из памяти стираю
забываю, и это просто так. Он там, где пустота, совсем растая. А нас просто не было все, как во сне было там. Зачем? Просто молчи, сердце о ком ты плачешь и кричишь. Ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри, пароль и ключи, и никому о нем не говори. Сотри его из мемори, сотри его из мемори. Зачем? Просто молчи, сердце о ком ты плачешь и кричишь. И ведь он тебя не приручил, совсем не приручил. Просто сотри пароль и ключи, и никому о нем не говори. Сотри его из мемори, сотри его из мемори, сотри, сотри его. Кондитеры наши дорогие! Веселые кулинары! Друзья мои, слово предоставляется худсовету. Артур, пожалуй, начнем с вас. Как вам номер? Все ли вам понравилось? Или что такое было такое вот непонятное? Ну, Вика, извините, очаровательна. Пожалуйста. Разрешите вам предоставить один сладкий сюрприз. Ничего очень себе. Очень вкусный. Опа. И очень красивый. Да. Вау. А ну давайте. А что это? А дайте нам посмотреть. Вика, я узнаю уже эти формы. Вика, господи, боже. Это самое сладкое. Викун, расскажите, пожалуйста, что это, как вы до этого додумались? Можно ли это, ну, очевидно, есть? Мы просто думали, так вы... Ну, чем вы думали, мы видим. Женатый человек, судя по кольцу. На самом деле, просто мы увлекаемся тортиками эксклюзивными, и как Вика эксклюзивная певица, это ее грудь. Замечательная певица. А что там Извините, внутри? Извините, а что? Это у нас классика жанра. Это медовик. Самый вкусный торт. А, то есть я хотел спросить, из чего состоит Викина грудь, но вы, собственно, это ответили Викина уже. Викина грудь состоит из меда. Да, из медовика. Какой натурализм. Какая прелесть, О, а? Ты посмотри, тут сосочки, оказывается. Вы видели? Здесь, оказывается, сосочки. Тут же сосочки, вы видите? Не трогай своими руками, не лапай грудь Вики Дайнеко. Дорвались до сосочков, да? Как раз два сосочка каждому. Не зря пришли. Анастасия Ложбинка. Вы знаете, даже резать не хочется, хочется это облизать. А, да, я разделяю ваши чувства. Обломайте. Тебе не хочется, Настя? Настя, как часто вы облизываете грудь? Можно я откушу прямо вот так вот? Да, да, конечно. И Вика Дайнека осталась с покусанной грудью. Вы знаете, Артур, я боюсь спросить у ребят, что было бы, если бы они пели с Никитой Джигурдой. Ребят, у нас такой вопрос. А долго ли вы делали грудь для Виктории? И я грудь эту сделал буквально за 30 минут. По памяти. Так как профессионал. Денис, а это настоящий размер? Викин. По-моему, да. Это же, да? Я надеюсь, это угадал. Не ловко себя чувствую. Я очень старался. Ну, что я могу сказать? У ребят
Великое счастье случилось. Они вышли на сцену со своей любимой певицей. Мне кажется, что они сделали все, в том числе благодаря вот этому креативному, я бы даже сказал, подарку. Они сделали все, чтобы вот это свое обожание любимой певицы донести до всех нас. Я считаю, что у них это превосходно удалось. И подарок соответствует явно вот этому блеску, который всегда с собой несет Вика, как замечательная певица и артиста. Конечно, спасибо большое. Я боялся, чтобы вы не перепутали кнопку, какую нажимать, потому что их теперь у вас 4. Держите себя в руках, Артур. Анастасия! Ну, Вика очень красивая, обаятельная, очень нежная. И поэтому и номер получился такой трогательный. Ребята так трогательно на нее смотрели. И такой вкусный торт, и такая красивая грудь. И все так очень сладенько, очень замечательно. Мне очень понравилось. Спасибо большое. Сергей! Да, я уже про грудь больше не буду, а то у нас с грудью перебор просто. Вы знаете, раньше эта композиция как-то мне не очень нравилась, хотя ее написал мой хороший друг и соратник Серега. А сейчас я услышал это совершенно по-другому. Вы знаете, когда к Вике присоединились вот два таких замечательных, стильных, фактурных молодых человека, и Вика заблистала вот, да, в этом окружении, как дорогой сапфир. Она, тем более, сегодня в темно-васильковом платье, роскошном совершенно. Получилось это действительно очень хорошо. И я думаю, пока это вот лучший номер нашего вот шоу. Нажмите кнопку. Зеленая. Друзья, ну, скажи, пожалуйста, надеялся ли ты, что будет 3 лайка сегодня? Надежда у каждого есть всегда. И я надеялся. Спасибо вам большое. Ну спасибо. Что? Проводим Вику Дайнеко и ее очаровательный поварской бэк-вокал. У-у-у! Удачи! Это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Продолжаем. Мы продолжаем. Друзья, я напоминаю вам, что это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». И сегодня звезды шоу-бизнеса выступают на одной сцене со своими фанатами. Да, все так и есть. Кстати, давно тебя хотел спросить, умеешь ли ты танцевать как бог? Серьезно? Да. Покажи. Я просто не настроение сейчас, не одет. Что ты вообще пристал ко мне объяснить? Вот и Рому Жулу недавно мне сказал, я не одет, что ты пристал ко мне. А потом выяснилась страшная правда. Кумир миллионов вообще не умеет танцевать, представляете? Но нашлись девочки, которые готовы его спасти. Прямо сейчас мы это и увидим на своих экранах. Давайте посмотрим. Рома Жолудь со своими фанатками. Да. Кто самый классный чувак? Рома Жолудь! Коронную фразу Рома Жолудя. Swag. Swag. Коронное движение. Спасибо. Какая любимая песня у Рома Жолудя? После такого блиц-опроса стало ясно, мы нашли самых преданных фанаток Ромы. Привет, Школота, с вами тот самый мальчик, который сам Школота и который живет на Ютьюбе. Но эти девочки отличаются от миллиона других фанаток Ромы тем, что не побоялись сказать правду о своем кумире. Ты очень вообще хороший спей. Но танцевать не умеешь. Рома, мы научим тебя танцевать. Сейчас, мы сейчас Рому. Я не удивился, что здесь такие красивые девушки сегодня, что вы их выбрали. Идите, я вас обниму. У них такие короткие шорты, что все было круто. Ну что, вы готовились? Давайте просто все кулачки сюда, и мы всех сделаем. Понятно. Давайте нам выпить. Йоу, давайте вот... Мы просто любим Рому, мы как единая команда с ним сейчас. Как смена. Учить своего кумира танцевать девочки будут с помощью главного хореографа нашего шоу.
Они так горели и так хотели с ним выступить. Он же действительно его поклонница. Они там выточили все движения. Я думаю, ничего, вот этот подход со всеми. С танцорами не всегда так. А тут девчонки раз и раз молодцы. Что, вы правда его любите? Да! Так как же затанцует кумир миллионов с легкой руки и ноги обычных московских школьниц? Мы порвем всех и вообще мне самое крутое поклонницу, поэтому все будет круто. Ева. Ну что, пойдем? Друзья, вы не поверите, с кем я стою рядом. Это Рома Жолудь. Ром, привет! Привет. Привет. Да, скажи, Ром, вот, ну, тебя называют отечественным Джастином Бибером. Ну, правда, ты только себя так и называешь, но тем не менее, скажи, тебе приятно такое сравнение? Можно тебя пообнимаю, как нормальный пацан? Вот этот вот троллинг, типичный русский троллинг. Смотрите, друзья, и ржите над этой тупостью сами над собой. Вот так. Сейчас это про что? Сейчас про клипы или про что? Шуточки вот эти, которые везде всегда одинаковые. Они одинаковые? Они одинаковые. Хорошо, давай тогда, давай. Что-нибудь новое надо, вот чуть-чуть такое. Чуть-чуть новое, хорошо. Чтобы я прям столица заплакал, ушел. Столица Куала-Лумпур. Нет, что-то новое. Ну подожди, ну это что-то новое, это новый вопрос, тебе такое никогда не задавали. Ну не знаю я такого. Ну вот видишь как, а девочек ты своих любишь, фанаты, которые у тебя окружают, ну, ты буквально на разрыв. Какие на них шорты, ты видел, там уж ножки кончились, а шортиков все нет. А шортиков вот все нет? Все круто там. Нет, мы не про осветители сейчас, мы про вон девочек, вон которые вот слева. На девочек иногда тоже смотри. А, на девочек тоже иногда надо смотреть, да? Ну хорошо, очень приятно было с тобой, ты такой позитивный, с тобой общаться, я хлебом не корми, я до с тобой свидания. Готова. Давай, пока, друг мой. Рома Жолудь прямо сейчас на нашей сцене, а я пойду святой воды выпью. Ты Жолудь трогал? Да я тебя потрогал. Ну, зря, зря. Человек, который трогал человека, который трогал Рома. Это люди, которые трогали человека, который трогал. Друзья, давайте держаться вместе. Пока наш город спит, ты чувствуешь мой бит. Со всех экранов я смотрю в твои глаза. Хочу я в эту ночь прогнать сомнения прочь, одеться в стиле swag и never coming back. Завтра никогда не наступит для тебя, если ты не скажешь да. Сейчас в своей мечте поздно выбирать, помнить или забывать. Время нас не будет ждать, и я лечу к тебе. Я буду верить в то, что ты сможешь сам. По проводам я каждую секунду буду рядом. По проводам я буду верить в то, что ты сможешь сам. По проводам я каждую секунду буду рядом. И вновь звучит мой бит. Со всех экранов я смотрю в твои глаза. Лечу без тормозов, иду к тебе без слов. И ночь поможет мне найти тебя во тьме. Я буду верить в то, что ты сможешь сам. По проводам я каждую секунду буду рядом. По проводам я буду верить в то, что ты сможешь сам. По проводам я каждую секунду буду рядом. Буду рядом.
Здорово, Володь! Йоу! Слушайте, я не могу сдержаться. Сейчас, извините, секунду. Анастасия, пожалуйста, сфотографируйте меня с Ромой. Я очень вас прошу. Мама не поверит просто. Вы это... тоже, да? Конечно. Туда вот сфоткайте меня. Это же капец. Эй! Эй! Класс, спасибо огромное. Вот я... это да. Девочки, я вас удивлю. Вот эти три человека сидят, ну тоже звезды, в общем, в некотором смысле. Не Рома, как... Если есть телефоны, можно сфотографироваться, в принципе, да, пожалуйста. Конечно. Класс. Ну, просто я понимаю, как. Девочки, а я? Да давай мы с тобой подавай. Давай мы с тобой. Ладно, что там они? Давай вот сейчас. Нормальная девчонок от него убрал, да? Давай, вот. Ома, ома, маленький чувак. Класс, смотри. Ома, крутяк, блин. Девочки, идите к нам, девчонки, идите к нам. Закончим этот хаос, который у нас творится. Рома. Да. Выходи, пожалуйста, на авансцену. Сейчас будем слушать, что по поводу вашего танца, по поводу твоей песни думает наш худсовет. Анастасия, начнем-ка, пожалуй, с вас. Анастасия Стоцкая. Мне что-то кажется, что сегодня звезды, профессионалы как-то проигрывают тем, кто выходит непрофессионалом на сцену первый раз. Девчонки молодцы, а вот Рома, как будто вы застенчивые, или стеснялись, или что-то вот как-то неуверенно, не хватило мне драйва какого-то, мощи. Но все-таки вот мощи. Вам понравилось. Вот. Ну это да, это мне понравилось. Да. А мне кажется, Рома, это все было довольно вяло, это надо было делать более энергично. Энергично. И более сексуально. Более брутально. И брутально. Сергей Васильевич, извините, конечно, вы так все это красочно описывали и рассказывали. А поднимитесь, пожалуйста, на сцену к нам. Вот давайте. Да. Конечно. Говорите, это Кази-Мози, знаете. Кази, а вы покажите. Научите-ка всех танцевать. Вот этих вот неудачников. Это должно быть все живее. Ура! Ну вот же! Сила должна быть вот в руках, ощущение силы, понимаете? Одеты правильно, но чтобы это работало, это должно вот все быть вот. Вы должны струиться вот этими флюидами свободы, любви, обаяния. Спасибо. А так все хорошо. Ну, это еще возраст, там не все работает, вы же понимаете. Ну, да, конечно. Все придет само. Ром. Да. Ром, скажи, пожалуйста, ну вот как тебе мастер-класс от Сергея Соседова? Ну, группа «Казаки» прям такая. «Казаки». Да, серьезная заявочка сейчас была. Будем работать над этим. Ваша оценка. Зеленая форма, все равно. А Рома может снять очки? Может ли Рома снять очки? В очках просто... тебе лучше. У вас... Почему? Ну, а он как-то сразу взрослее как-то. Спасибо. Только за это я оставлю. Зеленая форма Анастасии Стоцкой. Как-то Настя. Задумался Артур Гаспарян. О чем вы думаете, Артур? Извините меня, но мы увидели художественную самодеятельность, где, в общем-то, девочки по своему уровню любительницы, самодеятельницы, ничуть не уступали уровню человека, который претендует быть звездой. Но в связи с тем, что у нас сегодня главные действующие лица – это не артисты, а фанатки и фанаты, так как фанатки полностью соответствовали уровню артиста, то, конечно, можно сказать, что номер удался. Пусть уже зрители в конце передачи оценят, достойны ли они победы. Браво! Зеленая кнопка! Девочки, это вам! Спасибо огромное, друзья! Поаплодируйте Рому Джоулу своими фанатами! Аплодисменты! Пойдем! Шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» продолжается. Увидимся совсем скоро. А пока посмотрите рекламу. Друзья, это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». И мы здесь собрались, знаете ли, не просто так. Мы пытаемся выбрать самый лучший дуэт, который составляют звезды и их поклонники. Скажи, Женя, у тебя есть какая-нибудь любимая песня, с которой очень много связано? Кстати, да. Это песня «Чумачечья весна». Именно под эту песню состоялся мой первый секс. Знаешь, если вспомнить, что эта песня вышла 2 года назад, тогда понятно, что с девушками тебе не везло. Но вот остальным людям с любимой их песней повезло гораздо больше. Ведь эти песни звучали в такие моменты. Ну в такие! Ну в какие? Ну у меня секс был. Ну что, тебе какие? Не понять, ты не рожал. Это сейчас вообще ни при чем здесь. При чем? Внимание, на экран. Поймете все сами. Что, вот, собственно говоря, роддом.
тут появился наш малыш, то есть это так было очень волнительно, и уже прошло вот больше года, и все равно сюда подъезжаешь, вот прям вот волнуешься очень сильно. Маше Булавиной 20 лет. Она самая преданная поклонница. С любимой песней Маша пошла прямо в роды. Кто-то кричит, кто-то стихи читает, я пела. Я пела песню «Останусь» группы «Город 1012». Были впечатлены врачи тем, что я пою, то есть у них такого еще не было. Эта песня, наверное, на всю жизнь она останется, запомнится, и именно потому, что это вот она была спета именно в такое событие. Для меня это какая-то как сказка, как какой-то фильм, какое-то что-то невероятное. Ты не понимаешь, ну как вот такое чудо вообще возможно? Саундтрек рождения ребенка Маши – музыкальный амулет ее семьи. В любую трудную минуту она слушает и поет эту песню. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. У Маши музыкальное образование, поэтому возможность выступить на одной сцене со своим кумиром ее не пугает. Они с мужем расстроились только из-за того, что сын не увидит мамин дебют. Он гостит у бабушки. Так получается, что он пошел без нас, уже он ходит, бегает во всю. Это классно, он смотрел примерки. Здравствуйте. Меня зовут Маша. Очень приятно, я Маша. Я сегодня буду с вами пить. Замечательно, Маша. Ая. Ая такая же, как я и представляла. Она замечательная, добрая девушка, совершенно без всяких звездных болезней. Под вашу песню родился мой сын. Поэтому роды прошли очень легко и вообще и очень-очень быстро. Ая назвали? Мы назвали Арсений, сын. Сколько лет уже? Годик. Годик маленький сейчас. Первую часть припева пою я первого, а вторую часть поешь ты. Потом, значит, там же идет уже отпевание. Я тогда буду делать вот эти отпевания, а ты вот четко держи тему, чтобы мы не слетели. Да-да-да. Но тебе надо ее петь так, чтобы она читалась. То есть как-то не слезть. Имеется в виду, что даешь голос, значит, давай. Поет очень хорошо и выглядит хорошо. Я не очень люблю, когда неуместно вставляют мелизмы какие-то. То есть начинают слишком много парировать голосом там, где это, собственно, не надо, где нужно упор делать на текст, например, или на душевность. А здесь было все очень вкусно. Повыше сейчас ноту тебе возьму. Внизу некрасиво. Сразу после выступления Маша и ее муж Арсений улетят к ребенку. Будут смотреть наше шоу и вместе отпразднуют мамин дебют. Эта передача станет такой реликвией, наверное, нашей семьи. Как мама пела на сцене песню, с которой его рожала. И я думаю, что для него это будет значимо. Дорогие друзья, рядом со мной стоит солистка группы «Город 312» Аечка. И я не могу не задать тебе следующий вопрос. Знаешь ли ты, а ты наверняка знаешь, что ваша поклонница рожала под вашу песню? Она нам рассказала. Вот. В связи с этим, я думаю, не выпустит ли вам целый альбом? Для рожениц. Для рожениц, для родов, для акушерок. Самое главное не выпустить альбом, а благодаря кому могут произойти преждевременные роды. А вот если вовремя, почему бы и нет? Альбом так и будет называться. Преждевременные роды. Это первое, а потом это вовремя, а потом следующее уже немножко подождем. Запоздали. Да. Хорошая музыка, я буду слушать. Ну и такой еще вопрос. У меня здесь в сценарии написано, не прописан вопрос, для тебя написано просто спроси у Аи что-нибудь трогательное. Написано здесь, и я могу спросить только одну. Можно я тебя потрогаю? Какое из трогательных мест на мне тебя интересует? Я обниму тебя. Мы давно любим друг друга, нежно и трепетно. И пока нас никто не видит, да, можно убирать, камера же уже камеру выключена. Так. Аечка, я очень рад, что ты здесь у нас. Вот здесь, у меня точнее. А сейчас знаешь, где ты будешь? На сцене, невероятно, друзья. Город 312 своей фанаткой идут на сцену, где будут исполнять свои песни. И у меня одна надежда, что, ну, значит, я знаю точно, что Город 312 выступит, как всегда, хорошо. Я надеюсь, что в зрительном зале во время выступления никто не родит. А если кто-нибудь родит, то его назовут Женя, независимо от пола.
слепой звезды. Подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке. Я для тебя останусь светом. Яркий свет, и я иду, иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, кто это? Муж? Ты с мужем пришла? Вот это молодец какая! Ваши аплодисменты, друзья! Город 312 и Мария! Просто Мария! Великолепное, волшебное исполнение! Вы действительно выражали под эту песню? Не под эту, под музыку? Да, я под эту песню. Так получилось, что это стала песня саундтреком рождения малыша. Ну? А растрогала ли эта история наш худсовет, мы сейчас и узнаем. Сергей Васильевич, вам слово. Ой, потрясающий номер, волшебная песня, великолепное исполнение. Айя оказалась не только прекрасная вокалистка, но и очень чуткий партнер по дуэту. Как она была трепетна к Маше, как она боялась нарушить ее замок, вот этот вот вокальный, да? Маша старалась, как это было здорово, это редко в профессиональной среде встречается. И сама Маша, да, как настоящая артистка, старалась. И где-то мы слышали, ей не хватает голоса. И она вытягивала, она выжимала, не робея, ничего. Вот как артистка. Как будто она не первый раз на сцене, а вот просто спонтанно вот сложился дуэт, и она вышла. И спасибо. Поет, и тянет. И все это звучало очень достойно. Маша, вы просто молодец. Вот не только не срабели, вы показали бойцовский характер артиста. Браво! Спасибо. Ваша оценка, Сергей Васильевич. Нажмите на кнопку, пожалуйста. Зеленый свет! То, что показала Маша, это тот рецепт, как нужно относиться
к любимому артисту. Не просто вот, ах, мы обожаем, ах, светская хроника, ах, что он одел, в чем он пришел. Она, видно, что это человек, который любит творчество своего артиста, живет этим творчеством и отдает ему всю свою душу. И вот это вот искренний посыл и вылился в ту органику, которую блистательную совершенно органику, потому что мы не увидели на сцене самодеятельного исполнителя. Мы увидели уже настоящую, идущую очень правильным путем, еще, может быть, не состоявшуюся, но уже артистку. Поэтому, Маша, у вас не должно быть в каких-то сомнений в том, чем заниматься после декретного отпуска. Я думаю, что вы вполне можете идти на большую сцену. Вы знаете, спасибо большое. Я, на самом деле, очень волновалась, что вы скажете, потому что мнение каждого из вас — это очень-очень важно. И я просто сначала решила то, что у меня будет семья. Сейчас себя открыла совершенно в другом амплуа, и сама этому очень удивилась, потому что на репетиции было не так по энергетике. Сегодня, конечно, было совсем другое дело, и это очень здорово. Артур, ваша оценка. Моя? Конечно. Да. Сомневаюсь. Зеленая кнопка. Анастасия, я вижу, уже расплылись в умилении. Ой, да, уже мужчины уже все сказали. Вы прекрасно, конечно, выглядите для молодой мамы. Красивая песня, замечательная Айя. Вы очень органично влились сюда. Дай бог, чтобы у вас все состоялось в профессиональном плане, чтобы, потому что как женщина вы себя уже реализовали, свою основную миссию вы выполнили. У вас есть вторая половина. Вы красивая, молодая. Дай бог вам, чтобы у вас все получилось. Профессия. Огромное спасибо. Ваша оценка. Зеленая кнопка. Вот так вот, друзья, у простой девушки Марии сбылась ее мечта. Она спела на одной сцене с группой «Город 312». Аплодисменты! Ну что ж, а наша мечта просто постоять на одной сцене с «Городом 312» осуществилась. Конечно. И мы провожаем вас. Ну что ж, еще одна группа получила все 3 лайка. Что будет в финале сегодняшней программы, вообще непонятно. Это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Продолжаем. Итак, вы продолжаете смотреть программу «Здрасте, я ваша пятница» на канале «Пятница», и мы делаем все, чтобы ваша пятница удалась. А там у тебя текст задумался, я вижу. Не мешай мне, знаешь, я просто вспоминаю такую грустную историю про маленького мальчика. У него была цель, мечта, и он всячески старался ее добиться, этой цели. Он шел к этой... Ты опять вспоминаешь вот это вот свое детство, когда наряд милиции снял тебя с поезда и не дал спеть дуэтом с Роксаной Бабаян, да, вот эта история? Ну, что ты не понимаешь, Женечка, между прочим, мир лишился известного певца, самого лучшего, наверное. А мир благодарен тому наряду милиции. Ну, я тебя немножко утешу и сообщу, что у одной маленькой девочки, которой 7 лет, мечта сбылась. Давайте посмотрим на это. Да ты что, прям? Да. Повезло. Да. Смотрим. Ани Матыцыны 7 лет. Музыка играет особенную роль в жизни этой маленькой девочки. Ребенок долго не разговаривал, где-то до 2,5 лет. И мы начали уже переживать, что у нее есть проблемы некие с речевым аппаратом. Она постоянно мычала и показывала только пальцем. Аня так и не заговорила. В возрасте 3 лет она сразу запела. Первая песня, которую она исполнила, это были «Подмосковные вечера». Песня слышится и не слышится в эти тихие ветера. Если настроение хорошее, то она с утра может начать петь, а вечером закончить, пока спать не положишь. Аня меломан, а студио Филипп Киркоров, Григорий Лепс, кумир этой девочки. Ее последнее увлечение – открытие года, белорусская группа «Айова». Мама, когда я рядом с ними, я забываю, кто я. Мама, мы просто взяли 2 билета. Это самая моя любимая песня. Вот эту вот песню мама с Йовой буду петь. Я очень переживаю, но я думаю, что у меня получится. Мама, 2 билета в лето. Рома, бух, обниматься. Меня Катя зовут. А меня Аня. Очень приятно. Солистка группы «Айова» Катя Иванчикова сразу нашла с 7-летней девочкой общий язык.
Я вообще не ожидала, что я так впечатлюсь с встречей с маленькой девочкой. Ты скоро начнешь писать свои песни, я знаю. Я вижу по глазам. Я поняла, что я хочу себе такого ребенка. Серьезно. Волнуешься? Так нужно репетиции. Подожди, не волнуйся. Все, расслабься. Анечка идет сюда, а Катя туда. И вот дерево будет стоять вот здесь. А вот так вот. Какой номер получится у Кати и Ани? Удивит ли 7-летняя девочка наш худсовет и сможет ли получить 3 лайка? Happy end, happy end, happy end, it's a happy end, yeah. Вон камера, давай помашу в камеру. Привет. 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 Я хочу на сцену. Я хочу на сцену. Катя, у меня вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, вот как ты оцениваешь перспективы напарницы твоей? Да ты какой-то маленький гений, на самом деле. Это я? Я маленький гений? Прекрасный маленький гений, это еще меньше. Это еще меньше гений. Да. Он прекрасный. Она еще играет на фортепиано, представляете? О, она круто! Ты играешь на фортепиано? Давай тогда мы проверим у нее. Я еще концерт. Давай в камеру смотри. Ты еще что? Я еще концерт играла. Скажи, а давай вот мы посмотрим в камеру и сделаем вот так. Ого-го. Посмотрим твои перспективы. Ого-го. А, Алла Борисовна, все? Эге-гей. Вот у нас новый идол появляется. Ну что, девочки, прямо сейчас я отправляю вас на сцену. Удачи. Держу за тебя кулачки вот эти свои маленькие. Давай, вперед, на сцену. А я большие тоже буду держать, все. Давайте, девочки. Ох, как я в вас верю. Прямо сейчас на нашей сцене солистка группы Айова Екатерина со своей... напарницы, Анечка. Какая же это будет песня, друзья? Пойду посмотрю и послушаю. Найди меня, мама, на фото крайне справа. Самый счастливый твой идиот. Я и он. Тебе посылаем открытки самые важные, чтоб слова согревали улыбкой этой зимой.
счастливы, два идиота, я и он. Тебе посылаем открытки, самые важные, чтоб слова согревали улыбкой этой зимой. Громче, громче, давайте, давайте, аплодируйте, друзья мои. Аня! Вот такой вот у нас дуэт образовался. Ну что, есть что сказать? Я думаю, очень много вам есть что сказать. Артур, давайте начнем с вас. Ну, спасибо большое. Давайте начнем. Ну, у нас сегодня вообще замечательный, я думаю, будет вечер, потому что мы будем встречать поклонников артистов. Это то, ради чего, собственно, артисты существуют. И мы сегодня будем оценивать степень любви. А это всегда приятно, оценивать любовь, во-первых, как мне кажется. А что касается Анечки, могу однозначно сказать, что Аня сегодня просто звезда нашей вечеринки, но просто по-любому. Абсолютно трогательная, абсолютно обаятельная. Я единственная вот маленькая замечательная на Кате все-таки, Катюша, ты как-то вот совершенно была вот жила на этой сцене сама по себе, хотя ты должна была излучать вот такой восторг по поводу того, что с тобой такая очаровательная девочка, еще неизвестно, когда у тебя такой будет замечательный дуэт. Все прекрасно. Вот! Браво! Артур, ваша оценка, пожалуйста, нажмите на кнопку. Ну, конечно, ладно. Зеленая кнопка! Аня, Анечка, скажи, пожалуйста, ты понимаешь, что когда нажимают зеленый свет, это значит... Значит, все круто, ты понравилась. Да. Артур нажал зеленую кнопку, значит, ты молодец. Ты рада? Да, а давай узнаем, очень. Давай узнаем, какую кнопку нажмет Анастасия Стоцкая. И пусть только она попробует нажать красную. Зеленую. Молодец, правильно, так и надо. А это твой первый выход на сцену, да? Самый первый. Ты сегодня... Потрясай. Я еще не была на сцене. Иди сюда, иди ко мне сюда. Вот, вот, вот сюда повезло. На ручки ко мне. Сюда обходи. Анастасия, сюда. Это мой тоже первый выход на сцену. Можно и я потом? Я бы тоже там, Катенька, посидел бы рядом с вами. Артур на коленке. Я тебе хочу сказать огромное спасибо, потому что, на самом деле, смотря на тебя, я вспомнила себя, как я была маленькой девочкой. Я очень мечтала выйти на сцену. Я думаю, что твоя мечта сегодня сбылась. Давай я тебе на ушко скажу, что какой свет я хочу, чтобы ты нажал. Артур. Позовите Катеньку на колени тоже. Катя. Ты такая хорошая. Ну иди, что ли, на колени. Аня нажала зеленую кнопку. Когда ты подрастешь, мы с тобой еще споем дуэтом. Спасибо тебе огромное. Браво. Ну как трогательно. Вы посмотрите, ну это такие трогательные моменты у нас в студии. Ну что же, Сергей. Интрига. Я восхищен. Ане в 7 лет так вот выступить, это... Необыкновенно, конечно, здорово. Но у меня сложилось впечатление, что дебютантка не только Аня, но и Катя. Растерялась, и ручки вот так сложила, вся закрылась, вся скукожилась. Артур правильно все сказал в начале, а надо было взаимодействовать с Анечкой, помогать ей раскрываться. Вот это чувствовалось, какая-то неуверенность, даже от тебя идет больше неуверенности и скованности, нежели от Ани. Вот что странно для меня во всем этом номере. Ну а так все замечательно, и песня не совсем простая, надо сказать, и спели очень здорово, да. Я говорю, да. Но мы хотим... Вот показать сейчас папу Ани. Вот он сидит, волнуется, переживает. А может быть, идите к нам на сцену. Давайте, разделите со своей дочкой успех. Вот кто вырастил это чудо, понимаете? Вы переживали за дочь? Очень переживал. Пока еще она маленькая, потом повзрослеет, барабаны уже пойдут, саксофон, рояль. Готовьтесь, на ваших плечах это она будет поднимать на 9-й этаж, на котором вы живете. Ну что же, ваши аплодисменты. Еще раз огромные аплодисменты. Спасибо. У нас 3 лайка. Провожаем аплодисментами. Друзья, это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Слышал новость очень интересная. Говорят, что в группу «Иванушки Интернешнл» нужен новый солист. Это мой шанс, ребята. В своем уме вообще, что нет. Ты представляешь, сколько у них фанаток? Они же разорвут тебя на части. Ну, значит, сами разорвут, сами и сошьют, потому что это настоящие швеи из города Иваново. Вместе с «Иванушками» смотрим.
Уже несколько лет рабочая смена швей города Иваново начинается именно таким образом. Ивановские швеи – преданные поклонницы группы «Иванушки Интернешнл». На самом деле, я смотрела видео, вот, да, 95-е годы, где они еще выступали в своей школе. Дай на небе тучи, а тучи... О, Иванушек, да? А когда работа будет? Давайте, девочки, по местам. Ну, бывают такие случаи, что даже заходишь на работу, девочки, естественно, за круглым столом стоят, там или чай пьют, там или кофе пьют, естественно, обсуждают, значит, непосредственно группу «Иванушки». Вот. Ну, в принципе, это мне не мешает, в принципе, и не пугает в том отношении, что на этом и теряется работа. Так как, в принципе, работа всегда движется с позитивом. В принципе, мне песни нравятся. Вот. Ну, и также с ними на позитиве стараюсь их поддержать. Поддержка девушкам потребуется, ведь трое из них поедут в Москву, чтобы петь со своими кумирами. Мы и «Иванушки Интернешнл», это же... Такие звезды, которые покорили всю Россию, и вдруг мы с ними будем выступать, да еще и с хитом «Я буду ждать тебя». Я, слава богу, закончила музыкальную школу, поэтому как бы нет проблем с этим. Что такое? Здравствуйте. Здорово, а как зовут вас? Настя. Тоже Настя. Анастасия. Да? Анастасия. Вы что, все 13, что ли? Да. 13? Да. Круто. Ребята вообще молодцы, очень позитивные. Они в жизни такие же, как и на сцене. В общем, очень весело, круто, вообще так захватывающе. Андрей попросил мой номер телефона. Ты чего? Ой, уже фанат. Ну что вы все? А, 15 лет поколения фанаток. Прошло 18 лет, а опять же к нам заходит 18-летний. Ну это же вообще чудо какое-то. Мы счастливы. От всей души, да, всем нашим поклонницам большой респект и спасибо. Учитывая возраст группы и поклонниц, можно смело сказать, Золушки из Иваново ждали своего звездного часа всю жизнь. Нет времени ждать. Пойдем, детка, пойдем. Пойдем. Пошли. Я прочитал в интернете, что во время подготовки номера с девочками и со швеями из Иваново было сшито около 200 платьев. 8000 раз было произнесено женским шепотом «Кирилл Зая». 8500. Прости, пожалуйста, я, ну, как 8000, смешно, конечно, да. И около 20000 раз была написана смс-ка «Людка, прикинь, я с Иванушками репетирую». Можете ли вы как-то прокомментировать эти шаренные факты? Да, великолепно, это действительно правда, потому что вместо репетиции девчонки переписывались, были в Инстаграме, фотографировали безостановочно нас, себя, нас, с ними. В общем, получилось так... Это одна так... из девушек прошла. Да, в общем, да, получилось... спасибо за их любовь, конечно. Да, получилось так, что репетиции были плодотворными. Все в Инстаграм... А, простите, кроме репетиции что-то было как-то какие-то с девушками? Еще что-то, кроме репетиции? Нет, ну, по крайней мере, я спросил, что, девочки, а если вот у меня ночью порвется... Рубашка! Рубашка ночная, ночнушка. Колпак вот этот со звездой. Да. Видишь, за что пришел? Говорит, конечно, Андрюшечка, это знаешь, как важно? Да. Знаешь, а девочки в ответ не спрашивали, а если мне вот ночью надо будет колыбельную, чтобы кто-то спел? Приедешь, я скажу, конечно, да? сейчас приедет Кирилл. Да. А вот он у нас, и да, все споет. Да, и все споет, и все зашьет. Я по колыбельным. Ты специалист по колыбельным? Да, но все вот те 8500 мне придется потом отпевать. Надеюсь, не здесь, не на этой сцене он будет отпевать, понимаете ли. Друзья, сцена вас ждет, пожалуйста, проходите. Пойдем. Удачи! Спасибо. Классные, классные парни. Иванушки Интернешнл и хор швей из города Иваново. Прямо сейчас невероятный дуэт на этой сцене. Твоих глаз беззаботных и пьяных, молящих нежности, ласки беспечных. Руки твои я упрячу в карманах. Ты моя девочка юности вечной, сном незабудок тебя я укрою. Ты мою страсть никогда не осудишь, ветер тебе постелю в изголовье. Ты же меня никогда не полюбишь, ты же меня никогда не полюбишь.
Я буду ждать тебя, моя любимая. Я буду ждать себя, моя родная. Я буду ждать тебя на той остановке трамвая, где много лет назад тебя первый раз повстречал я, тебя первый раз целовал я, тебя первый раз. Ты всегда садилась у окна и наблюдала, как прохожие несутся мимо в лабиринте своих мыслей. Ты ко мне так ласково и нежно прижималась и касалась моих губ и улыбалась, улыбалась мило. Осень проказница листьями дуя, улицу в такт фонарями качает. Ты не полюбишь, но и не забудешь грустную сказку, да с добрым началом. Грустную сказку с добрым началом. Я буду ждать тебя, моя любимая. Я буду ждать себя, моя родная. Я буду ждать тебя на той остановке трамвая, где много лет назад тебя первый раз повстречал я, тебя первый раз целовал я, тебя первый раз. Артур Гаспарян, да. Давайте с вас вот начнем. Скажите нам. Меня, как всегда, на амбразуру, как Александра Матросова. Вообще, конечно, грустная сказка, но с добрым началом. Это правда. И сперва пару слов об Иванушках. Я все жду, когда же, наконец, ребята попадут в книгу рекордов Гиннесса, потому что это уникальный случай начать как бойс-бенд, потом совершенно органично вырасти из бойс-бенда в дядька-бенд. И я думаю, что они так же органично будут смотреться, как детка Бен, когда-то там вместе вот с этими замечательными барышнями. И видно, что эти девушки так долго ждали этого счастливого случая, начав любить их еще с младенческих лет, видимо, да? С младенческих, что у них застыл ужас и испуг в глазах, когда они оказались наконец на сцене со своими кумирами. Они волновались, это правда. И они волновались. Но это волнение, этот страх, он был настолько трогательным, что мне просто хочется от всей души порадоваться, что вот наконец-то даже самые дикие фантазии, благодаря нашей замечательной передаче, они становятся былью. Сказка превращается в быль. Поэтому я, конечно, сегодня всем ставлю исключительно лайки, а судить пусть будут зрители наши сегодняшние. То есть вся ответственность на их плечи. Ясно. Спасибо вам. Анастасия. Артур так красиво, красноречиво уже высказал все мои мысли. Снял с языка просто. Извиняюсь. Ну, хорошая, добрая песня. Все очень, очень мило и трогательно, поэтому как не зеленый. Настя, а хотите, девочки вам платье сошьют? Правда, красивое платье? Сошьют, конечно. Идите сюда просто к нам, мы мерочки сейчас принесем. Такой же, как у Андрея Григорьева Аполлонова. Вот приблизительно. Просто чтобы доказать, что это не подставные девочки из какого-то вокально-инструментального колледжа. Действительно, девушки, вы же умеете с ним обращаться? Подождите. Зачем, чтобы вся страна знала мои объемы? Подождите, во-первых, я буду снимать мерки. Девушки передали часть своих знаний юному подавану. А в это время можно петь. Взгляд твоих глаз беззаботных и пьяных. Девочки, подпеваем. Молящих нежности, ласки беспечны. Руки твои я упрячу в карманах.
Ты моя девочка. 90, ребята, как положено. Но не забуду тебя, я укрою. Ты мою страсть никогда не осудишь. Ветер тебе постелю в изголовье. Ты же меня никогда ноги не полюбишь. Ноги 110, потрясающе. Ты же меня никогда не полюбишь. Вот это я понимаю, красота. Спасибо. Это волшебная рулетка, там просто девочки, с одной стороны все цифры размеры. 90, с другой все 110. А, Сергей. Ну что сказать, милая композиция, миленькое выступление, но секстет получился не сыгранным. Кирилл, когда пел «Я буду ждать тебя, я буду тебя целовать», он поцелуи пускал в зал, в жюри, ну никак не на девушек, стоящих рядом. Это было все мимо, да. Новый участник группы тоже, как и девушки, робел сегодня. В общем, как-то вот все были неактивны, особенно мужчины. Вы должны были задавать тон девушкам, а не наоборот. Ну, у них спокойная более любовь, того. Сережа, да. Северная, да. Такая сдержанная, я бы сказал, нордическая. Целомудренная. Ивановская, любовь. По-ивановски, да. Такая, да. Любовь, да. По-ивановски. За целомудренную любовь даю зеленый свет. Зеленая кнопка. Зрители, вам понравилось? Ну вот, собственно, вам ответ. Спасибо огромное. Просим вас. Подъемное, у нас очередной номер набирает 3 лайка. Что-то невероятное творится на этой сцене. Совершенно непонятно, чем закончится сегодняшний выпуск программы. Здрасте, а ваша пятница. Смотрим дальше. Ladies and gentlemen, I glad to present you our next artists. А почему это ты на языке Уолта Диснея заговорил сейчас? Ну, дело в том, что я хочу вот сейчас на этой сцене представить тех, благодаря кому даже в деревнях заговорили на английском языке. Ты про Виталия Мутко? Я про бурановских бабушек, которые ездили на Евровидение и вообще. Прямо сейчас здесь невероятный дуэт. Бурановские бабушки и их поклонник из Ижевска. Господи, да, да, бабушки? Сами приехали, понимаешь? Класс. Да. Это вам. Спасибо. Бурановские бабушки приехали в Москву, чтобы встретиться со своим давним поклонником. Вот он. Да что, Пия? Что со знакомой играешь? Илья Тишин, солист ижевской рок-группы и преданный фанат самых популярных пенсионерок России. Бабушки – это вообще золото. Это просто кладезь. Когда они запевают... Прямо, ну, знаешь, мир замирает, когда они поют. С песней, которую бабули исполнят вместе с Ильей, определились прямо на месте встречи. Бабушки стали известны тем, что они очень круто перепевают всемирно известные рок-хиты. Beatles, Red Hot Chili Peppers. Но то, что мы сегодня представим, это не из этой серии чуть-чуть. Что это за песня, тщательно скрывали. На тему предстоящего выступления никто не говорил. Зато бабули охотно вспоминали предыдущие. Вышли петь, а там 250 тысяч человек, людей. Одни головы, головы, еще на головах головы. Молодежь, и все кричат: «Бабушки, бабушки, бабушки!» И мы музыку абсолютно не слышали. У Бутусова глаза расширились. Перед выступлением Илья заметно занервничал. Волнуюсь, очень мандражировали. Мандражировали и бабушки. Ой, каждый раз. Вот небольшое выступление, да? Хоть знаем уже все, но все равно перед каждым выходом у нас сердце колотится, мышцы играют. Не знаем, что делать даже. Справятся ли бабушки и их поклонник с волнением, узнаем прямо сейчас. Дорогие друзья, я просто переисполнен чувств какого-то меда и киселя. Изнутри меня березовый сок хлещет. Бурановские бабушки здесь у нас. Победительницы Евровидения. Ну пусть формально здесь у меня в сердце, по крайней мере. Милые мои, я спрошу вас то, что я всегда спрашиваю своей бабушке, потому что к творчеству вашему нет никаких вопросов. Вкусненькое что-нибудь привезли мне? Конечно. Привезли? Привезли. Да. Тогда скорее, чтобы не оттягивать момент встречи меня с каким-то вкусным пирожком, отправляйтесь на сцену, скорее возвращайтесь, я жду
вас здесь с горяченьким, потому что выступление сейчас мне уже будет мало занимать. Я уже, честно говоря, хочу что-нибудь пожрать вкусного. Наверняка же бабульки напекли что-нибудь хорошего, классного. Эй! Скорее, давайте, давайте, возвращайтесь со сковородкой, пойдем. Да. А бурановские бабушки и Илья из Ижевска на наш сцене. Смотрим! Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на нем город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы остановились именно на этой песне. Почему? Ну, просто она нам близка стала почему-то. Я думаю, почему, зритель догадается сам. И я думаю... Это абсолютная правда. Вот вплоть до момента выступления мы, создатели этой программы, понятия не имели, что будут исполнять бабушки. Сергей! Да, это была экзотическая версия композиции Виктора Цоя, но очень оригинальная. И уж когда вот бабушки заявили, что им эта вещь очень близка, так я еще больше удивлен. Чем же она вам так близка? Потому что в последнее время мы очень часто бываем в Москве, мы знаем, как вы живете, и чувствуем, чем вы дышите. Да. И поэтому она нам близка. Война без особых причин. Опа! Война лекарства против... морщин. Давайте, если чтобы объяснить вам, мы один куплетик одной песни споем сюрпризом для другой вас. Другой песни, да? Другой песни. Да, ну давайте, давайте. Может, скажешь ты, мечтатель, только я не одинок. Ты, надеюсь, будешь с нами и мир единым станет. Вот теперь все понятно. Вот теперь понятно. Вот теперь у меня действительно нет слов. Вы знаете просто текст нет этой слов. Песни. Я думаю, что вы знаете текст песни. Хотим, чтобы вы остались с открытой чистой душой. Чтобы вы ушли довольны и мы довольны. Это для нас важнее всего. Важнее качество исполнения. Важнее того, как мы выглядим. Спасибо вам, родные. Анастасия. Бабулечки, спасибо, что вы есть у нас такие. Спасибо, что приехали к нам в гости. Мне прямо захотелось к вам в Удмуртию спеть с вами народные песни ваши. Спасибо вам огромное. Волшебно. Зеленая кнопка. Артур Гаспарян. А я из уважения к бабушкам встану, можно? Из уважения, с большой к ним любви,
А я вообще не понимаю, Настя, зачем ехать в Удмуртию? Сейчас, может, с бабушками что-нибудь спеть бы спела. Я очень рад, что наконец... Настя! А может быть... Ну, споете? Ну, выходите уже сюда. Ну, все, уже, уже. Я не умею так петь! Было сказано. Ой, выходи, выходи, Настя. Анастасия Стоцкая и хор бурановских бабушек. Ну давайте come on and dance, девочки. Да, что там вы девочки, думаете? Девочки, давайте come on and dance. Ты самую любимую. У меня с текстом проблема, но... Да, давайте. Come on and dance. Come on and dance. Кого это не смущает? Come on and dance. Опа! Спасибо. Спасибо вам, Анастасия. Анастасия, Настя, Анастасия, если вдруг состав будет меняться, мы вам позвоним. Но на самом деле, вот что бы бабушки ни пели, звезда по имени Солнце, не звезда по имени Солнце, это всегда слушаешь с огромным восторгом. Ну, потом я, например, очень понял, почему, потому что, ну, вот звезды по имени Солнце, это все вполне очевидно. А? И сегодня наша передача – это таланты... И таланты, и поклонники, если вернуться к изначальному смыслу, я не зря вот Настю попросил, вот Илья стоит, молодой парень, поклонник группы, поклонник бабушек, и вот я, насколько знаю, вы же вместе работаете не только на нашей передаче, у вас уже есть опыт, поэтому это очень хорошая идея. Привлекайте молодых в свой коллектив, он приобретет еще какое-то новое, необычное качество, и вы, как всегда, нас и раньше удивляли, будете и дальше удивлять. И огромное вам спасибо, что вы здесь, и то, что... Вы стоите здесь такие светлые, такие добрые, такие музыкальные, неважно, там, попадаете вы, не попадаете. Вы превратили всю страну в ваших поклонников, ваших фанатов. И мы преданы вам бесконечно и любим вас. Поэтому спасибо. Это прекрасно. А у меня просьба к вам, а давайте одновременно еще раз все нажмем кнопочки свои зеленые. Вот так вот. Спасибо огромное, низкий вам поклон. Пожалуйста. Со сцены. Бурановские Проходите. Бабушки и Илья из Ижевска. Поклонник. Друзья, очередные три лайка. И еще сильнее запуталась интрига. Кто же станет главным фаворитом сегодняшней нашей программы? Это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Не забывайте об этом никогда. Друзья, это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». Ну что ж, все семь номеров отгремели на нашей сцене. Худсовет определился, точнее, не определился со своими фаворитами, потому что абсолютно все участники получили по три лайка. Естественно, вся тяжесть выбора ложится на плечи наших зрителей. Для чего им надо сделать? Что? Достать пультики и нажимать на кнопочки. Итак, выбирайте, дорогие друзья, пожалуйста, лучший номер сегодняшнего вечера. А я вам напомню. Итак, под номером один у нас выступала солистка группы Айова вместе со своей поклонницей Анной. Под номером два – Рома Жолудь и подтанцовка. Номер три – Вика Дайнеко и два веселых кондитера. Номер четыре – Город 312 и Маша. Номер пять – Иванушки Интернешнл и Шли из Иваново. Номер шесть – группа «Фабрика» вместе с футбольными фанатами. Ну и, наконец, седьмой номер – Бурановские бабушки и Илья из Ижевска с гитарой. У вас есть 10 секунд. Выбирайте своего фаворита, нажимайте на соответствующую кнопку. Мы ждем. We'll be right back.
Голосование окончено. Внимание на экран. Прямо сейчас мы узнаем, кто же сегодня победил. С небольшим отрывом. Всего на пару процентов победил город 312 вместе со своей поклонницей Машей. Ура! Мы выиграли! Это наша настоящая победа! Мы так мечтали, да, мы мечтали. Поздравляем Машу, поздравляем Леонида Васильевича нашего. Он давно уже заждался этой победы. Ребятки, это случилось. Спасибо большое. На самом деле вам большое спасибо. Без вас ничего бы не получилось. Обращайся, если что. Все, теперь я с вами всегда. Ура! И прямо сейчас мы посмотрим этот номер на бис на нашей сцене. Пятница, возможно, все. Слепое звезды, подошвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыханием ветра. Останусь снегом на щеке, останусь светом вдалеке, я для тебя останусь светом. Яркий свет, и я иду, иду по выжженной траве, по тонкому льду. Не плачь, я боли не боюсь, ее там нет. Я больше, может, не вернусь, а может, я с тобой останусь. Останусь пеплом на губах, Андрюха, а вот за время нашей совместной работы я к тебе так привык, даже где-то вот отдельные места твои полюбил, и могу теперь сказать, что я твой поклонник, как бы я твой фанат. Знаешь, вот давай я сегодня домой приду, буду спать, а ты мне приснишься, ладно? Даже не мечтай, потому что я снюсь только себе, остальным за деньги. У тебя денег на меня не хватит, поэтому продолжай во сне смотреть на свои любимые бутерброды со шпинатом, друг мой. А ты знаешь, я все равно не обижаюсь на тебя, потому что настоящий поклонник никогда не обижается на своего кумира. Вот. И все равно я буду ждать встречи с тобой здесь через неделю. Ну и с вами, конечно, дорогие телезрители, тоже. Пока. Увидимся ровно через неделю. Это шоу «Здравствуйте, я ваша пятница» на канале «Пятница». А ты не мог бы расписаться у меня на груди? Еще мне нужно твое ДНК, а твой пот, и, не знаю, может быть, твои ногти. Еще бы я хотел порвать твой пиджак на лоскуты, если можно. Пообщайся со мной, пока врач подойдет, он уже на подходе. Вон. Я фанат врача. Доктор, можно вашу шапочку?